Всем привет, с вами мистер Феникс, и сегодня я продолжаю играть в игру The Lego Movie Video Game. Это 8-я серия. У нас появился новый персонаж Бенни. У него есть какой-то бластер. Космический. Он как космонавт. Так, прошлая серия закончилась тем, что мы придумали сделать подлодку, чтобы убежать. А что мне надо сделать? Зеленые точки туда показывают. Значит, мне надо туда как-то попасть. Чё это? Взломать этот компьютер. О, вот это крутая штука. Чисто легчайше. Ага. Сюда. Ты кто такой? Лорд-вампир. Ну, Дракула, короче. Побег из облачной дали. Это мы вот такую подлодку построим? Или уже построили? Ну, вроде они еще не начинали строить. Между этими. Ага. Не может выбрать. Так, чё, куда? Опять джойстик вибрирует. Вроде в настройках выключена вибрация, но она что-то все равно вибрирует. Так, а что в смысле куда? И что делать? Не совсем понятно, куда надо. Я вижу золотую инструкцию. Паркур. Оп. Оп. Все. Так, теперь обратно. А, винт дамажит. Все продумано. А как убить эту штуку? Выстрелить не могу. А-а-а! Я понял. Не туда смотрел. Good luck flying blind. Спрей. Так. Я, кажется, понял. Бэтмен сказал то, что он только с черным работает. И тут как бы еще место для него. А как? Ага. Во. Good luck building all the lame-looking parts of this submarine. Во, вот это красиво смотрится. Does anyone have any spare bricks? I brought out, and I haven't even built a walk-in closet yet. Isn't anyone serious? Шкафы. I don't think we're gonna fit under there. Yeah, called it. Leave them to me. Так чё, куда в смысле? Не понял, куда нам надо. А, опять сюда. А, мост? А мы типа мост с собой взяли. Прикол. Давай, паркурь. Дикарка. Оп. Оп. Трипл килл. Десант.
Так, а чё, в смысле, куда? А чё мне делать тут надо? А, вот. Так. Разбираем корабль на части. О, терминал. Бенни, Бенни, иди сюда. Все, работай. Подключение, приготовиться. Так, где я? Это типа Пакмен? Ой-ой-ой. Легчайше. Ой, я в микроменеджера вселился? Да! Это очень странно сейчас звучало. Так, стоп. Я упал. Я все зафейлил, мне теперь заново надо взламывать эту штуку. Ага. Так, разбираем мост. И что это будет? А, мы просто достроим гору. Ладно. Все, смылся. О, кошечка. Кисонька. Так. Кисонька, иди сюда. Так, что-то радужное. Чё это? Это типа слизни? Ну типа это слизень был, да. И он сделал дорожку из слизневых блоков. Так, тут взрывать что-то надо. Сундук. А чё, куда? Сюда? Но, по-моему, это единственное, что я могу разбить. Так, Б. Ага. Эми-то бы сюда еще. А чё она разозлилась? Я ее не злил, она сама. Слабые они, конечно, какие-то. Так, я вижу радужные блоки. Может, мне еще что-то надо взорвать, не? Так, все, становись нормально. Хотя, с другой стороны... последний. Оп. Ё-моё.
А, это пасхалка была. А, вот как серебряные блоки тут поломать надо. Давай. Стреляй. Хорош. Лишние детали остались. Да, это норма. Всегда есть лишние детали. А если я монетки тут собирать буду, что будет? Ой-ой-ой. Все, теперь это я. Крутой интерфейс еще. Ага. Часы сейчас взорвутся, что ли? Эй, куда? Жесть, чего мы просто базуку не возьмем? Так, кисонька, иди сюда. Что это? Это бабочка. И что это нам дает? А, она зацепилась за нее. Так, я вижу флажок, но флажок это вроде дополнительное что-то. Но я все равно хочу это сделать. Мне мешают эти робокопы. Фейерверк. Ну это да, это дополнительное. А чё тут? А, тут проход был. Так, я такой, мне наверх. Тут, конечно, не очень крутая окраска у этих блоков. Сочетание, точнее. Один цвет просто там забыли добавить. Будем считать, что там есть голубой. Мы должны упасть. Да, мы успеем. Он выкинул стул опять. Побег из-за облачной дали. Уровень пройден. Так, это пропускаем. На избранного, наверное, не хватило, да? 58% только. Ну, а на этом я буду заканчивать. Всем удачи, всем пока!